любви в дороге жизни. Дорогие наши брачующиеся, Альбина и Игорь. Ребята, мы вас поздравляем с таким знаменательным днем, с днем образования вашей семьи, законного. Да? В жизни каждого человека самое дорогое, наверное, это семья. Семья – это важно. Семья – это сложно. Ведь счастливо жить одному невозможно. За вас, дорогие! За прекрасный дуэт, скрипочку и тимброчку. Любовь. Дорогие ребята, дорогие Альбина, я хочу поднять этот бокал за ваше семейное счастье, чтобы вас всегда окружали надежные, настоящие друзья, близкие люди. Я хочу еще поднять этот бокал за то, чтобы вы всегда были рядом с нами. Мы очень рады, что вы в театре «Апартен» и творческие люди, красивые, талантливые, умные, надежные. Игорь и Альбина, мы знакомы с вами уже много лет. Я хочу вам пожелать, чтобы ваша любовь продолжалась еще 10 раз дольше, чем мы с вами знакомы. Ура! Дорогие молодожены, Игорь и Альбина, мама и папа, я очень вас люблю. Я желаю вам, чтобы вы навсегда запомнили, что вас объединяет, и чтобы вы никогда об этом не забывали. Многое лето прекрасному союзу.